503 заболевших за прошедшие сутки. Число ежедневно заболевающих коронавирусной инфекцией продолжает держаться на уровне около 1500 человек ежесуточно. За все время с начала пандемии в Нижегородской области заболели 65 тысяч человек, выздоровели 58 тысяч, умерли 1500. Многие больницы сейчас перепрофилированы под ковидные госпитали, 8 тысяч коек подготовлены под ковидных больных, и этот коечный фонд заполнен сейчас на 80%. К сожалению, вот сотрудники госпиталя, скорее всего, Новый год будут встречать на своих рабочих местах. Хочется пожелать им здоровья. Хочется, чтобы скорее все это закончилось, чтобы они могли быть дома со своими близкими. Присоединяюсь ко всему сказанному. Огромное вам спасибо. Мы сюда трупом не пришли, а сейчас уже как люди нормально подышим. Для того, чтобы уменьшить наплыв больных в госпитале, я призываю вас соблюдать правила основные, носить маски, соблюдать дистанцию в общественных местах.